Приветствую вас из Испании, побережье Коста-Бланка, провинция Аликанте. Сегодня мы находимся неподалеку от нашего с Евгением любимого города, небольшого города под названием Альгорфа. Этот комплекс, о котором сегодня пойдет речь, находится в привилегированном месте, в непосредственной близости к одному из лучших гольф-курортов в нашем регионе. Это красивое поле, и на территории этого гольф-курорта находится пятизвездочный спа-отель. Как вы можете видеть, полным ходом идет строительство, активно застраивается этот холм с прекрасным видом. Разные типы жилья предлагает застройщик. Мы не будем обо всем рассказывать в одном ролике. Сегодня мы расскажем про комплекс бунгало-апартаментов. Кстати, вот в этом комплексе, где мы сейчас находимся, уже все распродано. Подобный комплекс будет строиться в той части. Это будут три двухэтажных блока, квартиры с двумя и тремя спальнями, апартаменты на первом этаже с двумя большими террасами, и также они имеют сад и с одной стороны, частный и с другой. А вот квартиры на втором этаже отличаются от квартир на первом этаже наличием террасы, с другой стороны еще есть балкон, ну и, конечно же, выход на крышу, а точнее на солнечные солярии. Но сегодня мы смотрим бунгало-апартаменты на первом этаже. Прошу. А с террасы первого этажа мы попадаем в уютную гостиную, которая следует по традиции концепции открытого пространства. И эта гостиная совмещена не только с кухней, но и с террасы первого этажа, где, как мне кажется, вы будете проводить большую часть времени, но не в августе. В августе комфортнее здесь помещение, когда работают на всю мощность кондиционера. Как театр начинается с вешалки, так и квартиры в новых домах в Испании начинаются с кухни. Это место для задушевных разговоров и гастрономических экспериментов. Выполнена эта кухня из высококачественных материалов, которые на этапе строительства можно выбрать и заменить. Но самое главное, что из этой кухни есть выход в техническую комнату, просторную, где уже располагается стиральная машина и вместительный бойлер водонагревателя. И вот она, приватная часть апартаментов, стильные клавиши черного цвета для включения и выключения света. Это блок управления центральной системой кондиционирования. Высокие двери в потолок, а за этой дверью находится микс стилей комфорта. Ванная комната общего пользования, просторная, полностью оборудованная, система теплый пол в каждой ванной комнате. Цвет плитки на стенах в ванных комнатах, как и цвет плитки на полу во всей квартире, можно выбрать из предложенных. На мой взгляд, грамотное цветовое решение, очень практичное. А за этой дверью находится первая спальня, спальня для ваших детей или ваших гостей. Спальня просторная, где умещаются две односпальные кровати и есть встроенный шкаф. По традиции он есть в каждой спальне. Как вы уже знаете, по традиции в каждой главной спальне есть не только встроенный шкаф, но и собственная ванная комната, полностью оборудованная, где есть все необходимое для комфортного ухода за собой. И из этой спальни, из главной спальни, можно выйти на вторую террасу первого этажа с садом, куда мы отправляемся. И вот оно, то место для вашей утренней гимнастики или медитации. Также на общей территории комплекса будет большая зона с разнообразными растениями, также зона с гамаками и большой общий бассейн. Предусмотрено парковочное место для вашего автомобиля, без которого не обойтись в этом регионе. И также кладовая комната для хранения ненужных в повседневности вещей. Это место для ценителей спокойствия и гармонии с природой, а также для любителей гольфа. Все необходимое здесь поблизости: рестораны, супермаркеты и аптеки. До пляжей Гуардамара 15 километров, до аэропорта Аликанте 56 километров, 3 километра до съезда на скоростную трассу АП-7.
А это была общая информация, так что вы понимали, что побережье Коста-Бланка предлагает множество интересных мест, и это одно из них. А я хочу напомнить, что квалифицированная помощь при выборе идеальной новой недвижимости для вас на побережье Коста-Бланка нашей компании «Алегрия» для вас осуществляется бесплатно. Стоимость этих бунгало-апартаментов начинается от отметки в 220 тысяч евро. Что входит в стоимость, а что не входит, уточняйте у меня, мои контакты под данным видео в описании. А с вами был Павел Стариков, Алегрия. Строим вашу мечту.